Всем привет! Меня зовут Вероника Помашникова. Мне 9 лет. Я из города Саратов. Я полюбила рисовать, когда в нашей гимназии появился совершенно бесплатный кружок. Называется арт-терапия. Туда можно приходить и лечить свое плохое настроение яркими красками. Сейчас я вас познакомлю с одной из первых моих работ. Я ее назвала «Мост над суетой». Я эту картину сделала на батике. Это довольно сложная работа. Вначале надо выбрать сам сюжет. Потом это перевести на бумагу. А из бумаги перевести на батик. И потом начинается мое самое интересное. Тогда уже можно приступать к краскам. И ни разу не была в Лондоне. Но я думаю, то, что он в таких же ярких красках, как я его изобразила на этой картине. Например, вы видите, то, что на заднем плане я изобразила город. А на переднем Таврский мост. А этот Таврский мост помогает жителям этого города переходить через бурлящую реку Темзу. Мне было с вами очень приятно пообщаться. Желаю всем конкурсантам хороших оценок. Приятного просмотра!